вдвоем. Пробуйте, я... Главное вовремя почувствуйте, что вы не В непривычных условиях оказались молодые педагоги. Такие игры в лесу направлены на сближение. В каждом испытании есть тактические задания и элементы командной работы. Мне предложили, я с радостью решила согласиться, потому что это новый опыт, новые знакомства, и тем более это полезно для развития педагога, тем более молодого, который только пришел работать в сферу образования. Мы успели за этот день познакомиться с командой, придумать визитку и начать ее репетировать, и поучаствовать в веревочном курсе. Испытания для молодых педагогов приготовили нескольких уровней сложности. Например, остров спасателей с преодолением воображаемой пропасти и журавель с поиском баланса на бревне. Для молодых педагогов мы создали условия, где бы они немножко почерпнули компетентности в неурочной деятельности. Деятельности, где бы воспитывался коллективизм внутри детского коллектива. Неважно, это дополнительное образование, младшая школа, детский сад, неважно. Важно, что эти моменты, когда ты готов подать руку помощи, сформировались в любом возрасте и состоялись на протяжении всей жизни. В программе форума также запланированы мастер-классы, деловые игры и тренинги. Их для участников проведут лучшие педагоги Пензенской области, победители и призеры региональных конкурсов профмастерства.